Я свой бизнес решила открыть в Барселоне после окончания ее бизнес-школ в мае 2018 года. И поскольку я очень хотела задержаться в Барселоне и вообще за границей, я решила, что самый лучший вариант — это открыть свое дело. А так как я только-только вышла из университета и находилась в сфере со студентами, я решила, что выгодным вариантом будет открыть студенческое агентство по сопровождению интернациональных студентов по приезду в Барселону. Сервис компании предлагает студентам, которые приезжают, оформление полного пакета документов на подачу резиденции, также страхование, также размещение студентов на все время пребывания или на короткое время пребывания в Испании. Существование компании в Испании, которую основал студент, допустим, позволяет ему остаться на основаниях работы на себя и также способствует развитию экономики. Но есть также и другие способы, это рабочие контракты, это стажировки, это также продление обучения. В принципе, Испания принимает студентов, которые там отучились, особенно если курс обучения проходит больше 2 лет. И, пожалуйста, не бойтесь сделать шаг навстречу своей мечте. В Старой Академии вам обязательно с этим помогут, так как вы помогли мне, и у меня все получилось.